Всем зрителям канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 25 марта 2017 года. Очередная короткометражка на тему, как мы построили теплицу. Теплица нынче у нас павильон шириной 3 метра, длиной 10 метров. Теплица у нас с перегородкой. По 5 метров отсеки получились теплицы. Каркас теплицы изготовлен у нас с профильной трубы 20×20, полимерно-порошковая окраска. Арки выполнены в виде ферм. Сама теплица установлена у нас на бетонном основании. Закреплена к нему с помощью дюпель-гвоздей. И установлен у нас отлив. Это уголок 50×50, чтобы вода стекала за фундамент, не вовнутрь теплицы. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. В перегородке две распашные двери. Двери открыты. С другого торца тоже дверь форточка. Также в теплице у нас сделаны коньковые фрамуги. Две штуки, по одной в каждом отделении. Одна с термоприводами, другая с ручной регулировкой. И установлены у нас форточки стеновые. Сейчас на улицу выйдем, покажем, как они работают. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,72 плотность. Также есть у нас система подвязки. Система подвязки устроена из трубы 20×20. Получается у нас 4 направления, 2 посередине, по одной. По бокам. Вот у нас форточки торцевые. Сейчас они в открытом положении. Попросил сделать два положения, поставили дополнительный крючок. Теперь форточка приоткрыта, то есть для проветрения. Два положения. Либо совсем закрыта. И точно так же вторая. Вот такая у нас получилась большая, мощная, прочная, надежная теплица. Теплица называется «Павильон», напомню. Шириной 3 метра, длиной 10 метров. На этом все. Ставьте лайки. Задавайте вопросы, делитесь своими историями. Всем пока!